Северная Осетия примет участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев на встрече с журналистами. Республика представит местную продукцию, но главная цель – привлечь инвесторов. Для этого на площадке презентуют проекты по разным направлениям. Разработали 20 подпрограмм, в которых охватили все направления сельского хозяйства. Их реализация рассчитана на 5 лет. Особое внимание в министерстве планируют уделить созданию племенных хозяйств. Еще одна хорошая новость для сельхозтоваропроизводителей – в республике появится фермерский рынок, где они смогут продавать свою продукцию. Территория будущего рынка – 3,5 гектара. Он будет расположен на выезде из города. Цены у него будут для сельхозтоваропроизводителей аренда ежедневная меньше, чем на других местах. Плюс только с нашего разрешения будут туда допускать продавцов. Единственное, что мы разрешим там продавать, и то заключим с оптовыми базами. Ну, не выращивает у нас ананасы, бананы. А человек, если заходит на рынок, ему помидоры нужны, огурцы, ну и бананы хочет. Если их там не будет, он пойдет на другой рынок, правильно? И вот эту линейку мы разрешим продавать, да.